Михаил в любви разочарован. В женщинах. И в частности, и в целом. Не нашел он в жизни ключевого. Носит отрицанье на лице он. Не берет ни критика, ни ласка. Так бы целый день лежал в кровати, но его интересуют краски. Как бы уложить закат на батик? И живет одна в его высотке женщина. Во многом его типа. Муж ушел спеша, но не красотки. Муж ушел банально так, от гриппа. У соседки язвы и морщины, седина, потеря смысла, веса. Муж ушел как следует мужчине, первым познавая неизвестность. И купив, сорвав сирени ветки, хоть не полагается же рвать их, Михаил отправился к соседке. Просто она знает все про батик. Как на белой маленькой полоске все эти сюжеты воплотимы? Михаил бы дал соседке Оскар, если бы он вручался за картины. Кажется, не быть им точно вместе. Но всмотрись, ровесницы их души. И смеются 60 и 10. Горести свои смывая тушью. Он расскажет школьные ей сплетни и сорвет ей и жасмин, и вербу. Станет он любовью ей последней, как она ему, наверное, первой. Их пример пускай другим наука. Вот они сидят, друг друга учат. У соседки мужа нет и внука. Есть сосед. И он теперь увнучен.